Еще раз привет. Сегодня у нас немножко больше будет выпусков, потому что вопросы накапливаются как снежный ком. И сегодня, вернее сейчас во втором выпуске сегодняшнем, поднимем еще один вопрос. А задумывался ли кто-нибудь из вас о том, как и кем проводятся работы на электрооборудовании нашего кооператива? Во всех правилах, которые оговорены по эксплуатации электроустановок, есть соответствующие требования к тому, кто занимается ремонтом и работами на этих установках. Значит, есть соответствующий допуск, есть разряды. И взглянем на секундочку на наших электриков. Если, допустим, мы смотрим на специалистов, которые приходят к нам и делают монтаж, демонтаж оборудования, то мы предполагаем, что они официально оформлены у нас в кооперативе. Они же не могут делать работы просто из-за того, что они хорошие ребята. Поэтому эти следы должны остаться в наших финансовых документах. То есть люди, которые делают работы, они должны за это получать деньги. А раз получать деньги, они должны расписываться. Ну и вот интересно, возникает тут же вопрос. Они расписываются за что? За вынос мусора или за работу электрика по установке высоковольтного оборудования? Это вот первая очень интересная вещь. Вторая. Когда человек приходит вместе с Павловой и Кузнецовой к вам в дом и говорят, что они будут у вас что-то там проверять или монтировать, потребуйте от этого электрика документы, подтверждающие, что он, первое, электрик, официально оформленный в кооперативе, и второе, его допуск к этим работам. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что, когда я потребовал такие документы предъявить, единственный ответ был, это у него все есть, не волнуйтесь, он допущен. Это говорили Павлова и Кузнецова. Но, сами понимаете, после того, что произошло, я уже ни одному слову их не верю, даже букве не верю, потому что эти барышни просто патологически врут. Ну и то, что касается, опять же, я уже рассказывал ранее, знаний по самому оборудованию. Если наши счетчики ставятся на столбы и ставятся на внешние погодные условия, то этого вообще недопустимо, потому что оборудование подобное должно быть спрятано в надежных ящиках и ящиках с подогревом. Поэтому, когда вам говорят, что «а мы будем вас проверять по нашим счетчикам, которые висят на столбах», вы должны сразу же понимать, что это все Филькина грамота. Они могут как показывать какой-то период времени, так и не показывать. Поэтому это все сделано только для запугивания людей. Запугивание, вымогание средств. Я уже знаю, что есть в нашем кооперативе люди, которые под давлением этих барышень уже меняли счетчики. Хотя вы прекрасно понимаете, счетчики, я уже тоже об этом рассказывал, в документации об этом пишется, меняются раз в 30 лет. Это их ресурс. Если они, конечно, до этого времени не поломались. Ну, а если нужно делать поверку, то раз в 16 лет. Я думаю, что вряд ли у кого-то из вас были такие счетчики. Альберт Петрович, как жизнь? Да живем помаленьку. А мне студентов навязали, практикантов. Учу, вот. Здрасте. Салют. Стоп. Сюда. Это что такое? Кран. Дураку ясно, что кран. Какой кран? Чтоб поливать. Чтоб поливать. ПК. Поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки. Товарищ слесарь! Сюда! На 9-й этаж! Бегу! Одну минуточку, Афанасий Николаевич. Чего? Я кран закручу. Стой! Это Беликов участок. У него свои практиканты есть. За мной. Теперь следующий очень интересный вопрос, который, если бы он соблюдался, то не возникало бы никакой путаницы и наездов со стороны руководства на дачников. Дело в том, что когда есть такое большое количество дворов, а у нас в кооперативе 432 дома, и у нас должен быть соответствующий график посещения дворов и контроля за состоянием счетчиков. Значит, этот график должен быть расписан и утвержден. Честно говоря, за 4 года
власти вот этой вот парочки, я не помню ни разу, чтобы кто-то к нам приходил по какому-то графику и по улицам проверяли вот так вот счетчики. И что интересно, в самом деле, вот эта парочка, когда она ко мне пришла после моей критики в интернете по поводу их деятельности, и они решили проверить мой счетчик, они шли целенаправленно ко мне. То есть они шли не по всей улице проверяли счетчики, а только вот по моему адресу. Это о многом говорит. Так вот, если бы они ходили раз в 3 месяца хотя бы, или раз в полгода, и проверяли все счетчики по улицам, я думаю, вопросы с пломбами не возникали бы. Что могут решить чиновники, мама? Надо самим действовать! Ну, а теперь включаем мозг. Что могут сделать эти барышни? Они могут вас только пугать. Даже по старому договору, который был подписан еще при Водовской, у нас штраф за несвоевременную оплату электричества 250 гривен за подключение при погашении долга. Все, больше никаких не было санкций. Поэтому то, что выдумывают себе вот эти барышни, это вымогательство и шантаж. А шантаж касается то, что они ставят счетчики, угрожают вам, что вот если вы будете, мы докажем, что вы воруете электричество, то вы будете оплачивать там по какому-то среднему ими рассчитанному курсу или там, допустим, суммам каким-то. Поэтому это все рассказ. Они же не могут ставить везде счетчики. Ну хорошо, поставили они счетчик на столб. Опять же, за чей счет? То есть счетчики покупаются за счет средств кооператива? И сколько им нужно таких счетчиков, если будут многие неугодны? Если многие начнут немножечко шевелить мозгами и критиковать руководство, они что, всем поставят счетчики? 430 домов поставят счетчики? За наши деньги. Очень весело. Хорошо. А по воде? Сами понимаете, счетчики вторые на воду не поставить. То есть они будут ее потенциально тихо отключать. Может, они еще и на туалет поставят счетчики? На трубу в туалете? Я уже, знаете, я думаю, что это вообще может достичь маразма. Потому что они пытаются найти способ, как на вас нажать. Как заставить вас платить деньги. Поэтому и я предлагаю вам в случае наезда вот этой вот сладкой парочки, как только какие-то претензии с их стороны, моментально вызывайте полицию. Моментально. И показывайте, что все, что они делают, это все незаконно. Любой их шаг можно тут же раскритиковать. Ну, на сегодня еще раз до свидания.